шумовухи сразу берем и кидаем на респе. Я залагал. А, все. Где дым? Где дым? В КамАЗе. Нет в КамАЗе дыма. Значит, есть твой... нету дыма. Кто хочет гвоздя взять? Гвоздь прям хочет? Эти давай, сумку. Ты командир, какой план? Эти сумку, есть? Жим и стреляем. Давай, куда? Прямо. Хтело. Хтело. Репит, именно так? Да, правильно. А маслину в ногу. Хтело. Мы где? На школе мы потерялись. На какой школе мы? Со звуком у кого-то диванчик, что ли? А Паша током людей бьет, пытает. Потерялись. Нет. Кто у кого звук попердывает? Я написал, где мы. У меня так попердывает. Давай мы тебя излечим от этой болезни. Хочешь излечиться от этой болезни? Не знаю. Обе, давай, это Зон всего лишь автомат, мысль, да? Кто с бизонами рашить? Вот с бизонами рашить, как пацаны, да? Сколько там, 64 да. патрона? Да. Сплэшем стреляй, короче, зажимом, сплэшем, ноги целься. Ноги целься, короче, и стреляй. Да, патроном. Серьезно, го, бизоны. Где мальчики есть? Их нет больше. Есть один. Кто-то захотел GPS, голубецкий. Как пойдем, пешком, машина? Как хотите, гореть или быть расстрелянным? Гореть или гореть? А, частота какая? Дефолтная. Давайте доедем, а там решим. Спонсор, да? Погнали. Я бегу уже, я уже убиваю троих. Не, я пешочком, машину слышно, я пешком. Пешком наша атака суживается до запада в юга. Больше ничего у тебя не суживается. Смотря от чего. Холода и кое-что другое. Что же интересно, да? Страшный подаван. Да. Ты чё, сырком погнал опять? Ага. Сколько раз ты уже ваншотом убивал Арарата? Ну, я помню, когда короче был Арарата, он стоял вообще в том этаже где-то вдалеке. Я стоял на крыше и его убило. При этом убила только его, больше никого не убила. Да я был там. Да. Антристские ваншотники. Обломщики. На этот путь около душка никого не вижу. Да стреляй в окно, в балкон туда. Да я там ты... никого не вижу. Да другой у них балкон. Есть план, между заслонник командир, у них есть план. Под прикрытием деревьев можно подойти. Через поле. Я вижу снайперов ко мне. Ты СВДшник. Он спрятался. Ты снайпер спрятался или СВДшник спрятался? А СВДшник снайпер спрятался. Нет. А с какого направления он был? Мы на усадьбу бежим куда? Я на усадьбу. Ну так бежим или нет? Да, мы уже давно прибежали почти. Я по полю бегу такой. Уже. Там на усадьбе пнул бы за укрепление. Но там они прям на улице бегут, талипы. С нашей стороны. Вижу, бегают талипы много. Они на северо-восток. Ой, да, вижу, один бегает около входа. Если я замолчу, значит меня убили в моем домике. Около какого входа? Около когда главный вход, где дорога въезжает. А не за дорогу, где пехоты, там бегают чуваки вон. С нашей стороны. Они убегают на камни на севере. Они что-то знают, у них есть план. Один в камне остался около входа. Дал метку ромбик на юге от усадьбы. Какое-то тело от усадьбы бежало в том направлении. Это же техника.
Толстый, поди как ты. Паша, ты не бежай. Может это скид отдать чего? Я про тебя имею в виду, спитер. Я не толстый, у меня хвост такой широкий, петух, да? На массе просто, да? Да. Просто качаю. Имейте в виду, что там, скорее всего, кто-то бежу может. Свои быть. Бегут вдоль деревьев, кто это? Кто бежит, там чувак. Я оттуда калаш бьет еще. Была, один справа. Я с каким-то чуваком бежал. Я могу кинуть всегда точилый газ. У нас около домов уже враг, алё. Вот прям тут. А вы обстреляли, а вы живой? Походу КПТ отбросил. А вы мертвый. А вдруг я не вижу. Талибы на... Севернюю садь. Талиб лежит около, короче, за декан. Около той стороны там талиб лежит. Надо было лежать. Ух, как они рассеялись. Кто-то пришел? Это я. Угу. Я еще тут поражу. Ну как у Ворон продвигается миссия? Ну, фиг узнал. Понятно. Да я заберу. Там, короче, давай я ушел. Давай. Больше никого не нет? Еще кого? Не, никого нет. Ладно, все, пока. Давай.
Неужели контролерс не слышит? Вообще не верю. Прям чудеса. О, репит прорвался. Заметил его. Да, 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 в камнях сидел. Я его даже не увидел до последнего. Ты бы репит видел, что там было, когда я-то умер практически первым. Они целый фланг сделали, целую линию обороны построили на нашем. То есть они засадят до всего. Э, а чё? Почему нет? У меня обрыв, слышишь? Да, да, да. Я её сейчас перезайду быстро. Как спектатор-то выйти нормально? Чё он завис? Завис? Ну, глюк. Тоже глючно здесь. Возрождение.
Поможет? Навряд ли, навряд ли. Попробую, навряд ли. Выход помогу? Нет, выход попробуем. Ну, выход тебя выкинет. Типа помогло. Помогу. Посмотреть, какая. Блин, да это же нифига. Я думал, там свой в камнях у входа. Нет. А наши вообще не пришли. В зону вообще никто не вошел. Не смог. Ёшки-матрёшки. Я говорю, по кому стреляю? Да по своим там. Вот он где 20-31, походу, высота. Ну точно. Японский городовой. Я был уверен, что там свой маячит. Походу он... Там вообще никто не прошел, я тебе говорю. Ты самый ближайший, кто сблизился с горой, это ты был. Все остальные залипли. Тупо дезинформация как убивает, а? Угу. Да. Я его шугал, шугал. Главное, нет ни у кого возле камней. Это я мертвый был. Понял. Фу ты, блин. Вот один прайс сидит, и три человека вжал в дома. Чисто вжал. Просто. Вот, а чё они тормозят? Блин. Обойти, да и все. Дым кинул сейчас. Перед ним. Пусть он очкует. Угу. Понимаешь? Разучили. Я понимаю, если бы они его не вычислили. Угу. Он тем более, по-моему, сознание теряет, а кричит. Ну, вот. Хлебнулся так. Вообще просто жестко. И спидер что-то не стрельнул. Оборону, конечно, жестко не сделал. Банзик, как я и говорю, в кусте сидит, как он вообще. Другой стороны. Даже не смотрит. По-моему, ушел. А я же. Я вот как раз, наверное, его и видел, как он бежал. А может это не он? Сюда надо как а этого. Как там, когда нацеливает, то есть последний, если остается, лазим это остается. А, Миша, да. Ну да, какой-то. Ну. Прайса так и не зажали? Да. А я. Понятно. Один ушел, два остался. И там уже их ложат конкретно. Угу. Я бы даже сказал, кладут. Бля, что-то там. И все, тут атаки либо отступать из другого направления идти, либо просто сливаться. Нет, можно отсидеться, дать им, так сказать. Да. Отлично, нас Доника нашли. На вылет. Убили еще. Прайс еще бинокль смотрит. Все успевает. Его давят, кстати. Да по нему даже не стреляли. Да нет, там из дома кто-то огрызнулся. Не, по-моему, вообще в другую сторону сейчас. Пулемет да. Какой-то работал. Куда вообще? Они, может, не знают вообще, откуда по нему бьют? Похоже. Что, спитер там стреляет или кто? Не знаю. Вот меня сегодня утес удивил, мы сыграли. Вот. Первый раз. Молниеносно как-то. Да, первый раз как надо.
технику размотали все сразу. Ну, повезло, что на шутки неопытные капаны. Они, конечно, прикурить дома, но... Рыбы разобрали. А что они сказали по поводу этого? Сейчас будут скитера убивать, походу. По поводу того, что у них техника была пустая. Так вы находитесь в технике там. А, то есть, видать, задело все-таки. На стрелке я сидел. Умерший экипаж, член экипажа. Наших вообще всех размотали нафиг. Да. Лежат, отдыхают. Ну, а там контрадерс каким-то образом прошел. Подобрался. Только с его пуковкой это не поможет. Ну, хотя бы себя выдавать не будет. Нет. Так активно. Слушай, прайс вообще забил на этих двух, уже там другой направление бьет. Он другой снимает. А он, да, он куда-то в сторону запада, что на голубые дымы. Ой-ой-ой, сейчас прайс может. Ой-ой-ой, маслина спитеру или кому там. В принципе, нормально. Это фейл. Это да. Вообще непонятно. Да. Попал же. Угу. Слушай, а он раненый? Нет, труп. Раненый? Форт, походу. А, нет, это не форт. Чё за фигня? Меня выкинул. Я ещё жужжу. А, это Иванчик был мертвый. Умер. Опа. От кровопотери. Это шикан. А кто прайс это выбежал? Кто прайс это притащил? Я вот не успел. Прайс тут? Да он там. А, точно. Корвус сейчас упрется в стенку. У меня корпус непонятный какой-то. Пусто хваляется. Нет, он у меня бегает. Да? Он пришел к прайсу. Прайсу? Да. Он сейчас его смотрит. Или того, кто убил прайсу. А нет, прайс. Айд, беги. Ну, как-то фланг очистили относительно. Еще контрадерс добавляет, если... Он по этому, по прайсу и по курсу. Да чё за фигня? Так. Да у меня вылетает, типа, ну, на табло, хотя я еще жив. Ну, типа, сколько убил. Читы выключай. Да-да. Понятно, где вы сидите все. Да ты же мертвый. Да я жив, мертвый. У меня бот всё есть.
Это ненадолго. Контрадос уложили. Контрадос. Так, ты его издалека. По полю бегать не надо. Корвус. Он хочет отлежаться. По-моему, он не пьется. Да. Вот он такой злой с пулеметом. Или на самом мозг парит, говорит, типа вылетает, а он на самом деле пытается полечиться. Богоюзом занимается. Я все понял. Форт лежит, наблюдает за всем этим делом издалека. Не, он раненый. Он ноги сломал. Нет, бинокль смотрит. Понятно. Он где-то ноги успел сломать и лежит там, отдыхает. Понятно, проснемся. Питер начал кричать, что вы метки не ставите, ставьте все метки. А че не стрелял он из РПО? Знаю. Прямо в глаз. Да. Хотя это не поможет, конечно. Бонзай там лежит уже хрен знает где. Вроде же договаривались, что вы выходить не будете. Базденника больше слушает. На данный момент никак не я, это не Они же не сидят на базе. Это получается, что мы на выходе из города всегда сталкиваемся с ними. А раньше как-то вокруг них бегали, оп, вокруг этой херни, как это называется. Да, да. Это мы когда играли. Ну, поинтереснее было. Ну сейчас, в принципе, не скажу. Корвус в голову прям поймал пулю. А вздоник начал бегать. То есть на Багаизу все-таки, да? Понятно. Хитрый, а? Ну ладно. Братуса ранил. Кому сейчас он будет? Спитеру, что ли? Спитеру. Да, попали Спитеру, причем у него кровь потекла, он побежал, как ни в чем не было. Ну это же багованный этот стреляет в него. Багованный человек, он не убивает. О, сейчас что будет? О чем будет? У нас Доник очень так приметно. Поперек пересекает. А Спитер опять в этот же дом, где Корвус, где Прайс, все. Сдоник прибежал. Да. Братская могила. Он уже не выйдет оттуда. Там куча трупов вокруг. Okay.
хитрый спектр, она лежит прям в щелочку. Один только спитер сейчас штурмует, а обе фикс вообще где-то шарится, я не понял. Он со СВД. Его ранили вроде бы. Он со СВД. Кто его не стрелял, он живой. Причем он убегает вообще. Это Азданик кричит? Наверное, что он долго отрублен. А что он сознание не теряет? Ну, баги, баги. Ясно. Что-то залип. Может опять вылетел? Может быть. Да что такое? Азданик, пытаешься вылечиться? Нет, меня кидают, меня. Мы не верим тебе. Типа, ну, сколько я убил, там туры-пыры, и кидает вот сюда. Я прекрасно тебя понимаю, ты убил, вышел, вот, посмотрел, убил, не убил, заходишь обратно. Я все тебя прекрасно понимаю. Еще и встал с этим багом. И еще багаю с лечением забыл. Да, да, все вообще два в одном. Все, пошел играть обратно. Давай, пошел. Жесть. Вообще на отъебись, пошел дальше херачить. Да поставь ты ему этот вагбан и все. Хитрый парень, хитрый. Вот трупик я нашел. Прайса нашел. У нас там кто-то раненый лежит, он теряет сознание периодически, да, этот Протус? А лечиться он не может, наверное. Это спитер так орёт? Ну, понятно. Все орут. Ну что, спектатора нет, что ли? Перезайти в этой миссии. Он есть, он глючит. Не могут нормально поправить. Ага. Забывают. А то непонятно, то ли сдох, то ли живой. Не. Пришлось за это не устал лежать. Я просто вышел самостоятельно. Ой. Кого-то убило, по-моему. Кочегар в 300-м. А, нет. Прям рядом с ним, что ли, разорвался? Ага. Охренеть. Великий камень его убивает, посмотрим. Да, да. Как тебя вчера засосет сейчас? Ох, не напоминай. Как камни решат, так и будет.
Отсосало обратно его. Угу. Так, рядом... Он рядом был, да? То есть... А, вижу пятно. Охренеть. Так, Протос полечился, по-моему. Нет. Он сейчас выползет на тело. Я обратно заполз. Это затянулось. Угу. Два бойца невидимого фронта. Угу. Три раза раненый валялся. А Сдоник еще живой? Да. Это непростительная роскошь. Угу. Так богоюсты позволяют. Что за богоюст? Перезаход. А, типа раненый перезаходишь и оживаешь? Да, мы еще одну вещь нашли. Перезаходишь, выходишь, у тебя высвечивается, кого ты убил. Убил ли ты? А. Потом возвращаешься обратно. А-а-а. Юда, юда, рыбаки. Угу. Жалко, от первого лица зум не работает. Через стену лутает, бьюзер. Что, Сдоник? Да. Ага. Три бага за одну игру, нихера он наглый. Да. На пожизненной теме. А, его вон OBFX поджидает. Сейчас он ему даст прикурить. Зданик? Да. Эх, рано, а. Рано. Да. Надо было подождать. Подцелиться. Странно, почему-то на ОТРК у меня только двоих засчитало. Вроде на крыше чувака убил, а Сдоника и ФСБ. Да, не бывает, ну так. Ранение подох. А Сдоника не ты убил, ты его ранил, убил в бессознанку. Кто сидел на стройке, из каваша добил Сдоника. Понятно. Они подумали, что это ты бежал, то есть по тебе до этого работали, куст давили. Ну да, да. Что ты без сознанки там или умер. А я там и был. Но потом увидят, что тело с того же направления бежало, упало, и решили добить. А это было Сдоник. Поэтому фраг твой засчитали другому. Причем точнее вычли. Да. Это даже еще прекраснее. Угу. Сладкая победа. Ой, а зачем? Что? Он дразнит явно. Что это сейчас было? Все, он. Остался один. Оби-Ван Кеноби. А, Спитера умер, да? Спитера, да. Лицом в песок. Страус. Слушай, Паш, надо, наверное, это, может, перекличку сделать, у кого арма третья есть. Ну да. И, в принципе, это более... Ну, если мы будем опять гонять эту хрень... Нет, я не... Субботу. Мне суббота вообще не нравится. Я, блин, выделяю целый день ради этого говна. Да, то, что происходит. К этой диете... Полный бред. Меня вот это вот в последний раз ходил, меня опечалило.
что-то надо менять. А, я тебе могу, знаешь, что предложить? Если уж на то пошло, пока типа по фану поиграть в субботу, если у тебя желание будет, а, в этом ветерансе или еще где есть англоязычный, там сложновато. Они играют чисто сквадами, то есть там прям формируется сквад на базе. И они летят целой группой. Единственное, долгие сборы иногда бывают в начале, но работают так прям. А по времени они как? В плане. Ну, у них этот, они против бот. Да, против ботов. Ну, у нас, смотри, репит, у нас сейчас Люлик, надеюсь, закончит свою доминошку на арбитре. Правда, она будет на ваниле. Я вот его хочу говорить на РХС. У нас ветераны на РХС играли, ветеранс. Угу. Они играют, они тоже против ботов гоняют. Там тоже города защищать команду. И тоже отрядами, МСВшками, там угу. прочей фигней. Там есть. Эйс или... Нет, там только РХС он стоит. Из Эйса. О, он походу убил все-таки. Зданика? Да, он одним выстрелом. Трубить уже надо. Ну, да.